Стоимость долларовых облигаций, выпущенных госнефтекомпанией Азербайджана «Сукар», резко выросла. На сегодняшний день на вторичном рынке цена одной ценной бумаги варьирует в пределах от 1014 до 1025 долларов. Как заявила CBC-аналитик, исследователь компании «Сукар Капитал» Туран Талыбова, рост цен на облигации связан с рядом факторов. В первую очередь причина в том, что держатели облигаций не желают продавать их с целью получить больше доходов, а также воспользоваться другими преимуществами ценных бумаг. Среди них высокая ликвидность, а также гарантия, что их стоимость никогда не упадет ниже 1000 долларов. Облигации «Сукар» можно в любое время конвертировать в наличную валюту. Отметим, что облигации госнефтекомпании выпущены в сентябре прошлого года в объеме 100 миллионов долларов, периодом обращения в 5 лет и годовой доходностью в 5%. Ценные бумаги на вторичном рынке наравне с гражданами Азербайджана могут купить и иностранные физические и юридические лица. В настоящее время среди вкладчиков в облигации «Сукар» есть инвесторы из России, Турции, Грузии, Казахстана и граждане других стран. По облигациям «Сукар» в начале недели самая высокая цена составляла 1008 долларов 80 центов. Сегодня предлагаемая на рынке выгодная цена находится на уровне 1014 долларов, но зафиксированы продажи даже по 1025 долларов за одну облигацию. Такой резкий скачок цен связан с тем, что на рынке предложение не покрывает спрос, поэтому повышается стоимость данных ценных бумаг.